Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, зачем нужно изучать веб-приложения. С древнейших времен люди пытались интегрировать между собой разные приложения. Сначала пытались интегрировать с помощью одной и той же базы данных, когда разные приложения кидали и выбирали данные из одной и той же базы данных. Потом перешли к пониманию того, что так не получается. В базе данных наступает полный ад и черт знает что. И люди придумали общаться между разными приложениями с помощью вызовов. RPC-call, RMI и так далее. Но потом, вследствие исторических причин, из-за того, что у нас злые админы, которые не пускают разные протоколы ходить по сети, люди приходят в основном на веб-сервисы. Сейчас существует два стандарта, ну как бы де-факто стандарта. Это SOAP стандарт и архитектура REST. Архитектура REST более распространена, особенно для маленьких начинающих приложений, но это не значит, что SOAP вы не должны изучать. Все серьезные приложения интегрируются с помощью SOAP. SOAP — это стандарт, он использует, конечно, XML, и это выглядит страшноватенько, но это стандарт, и именно поэтому очень много работы вы можете делать автоматически, генерить и создавать. Честно говоря, это мой любимый момент, когда на тренинге я показываю людям, насколько легко и просто вот эти вот страшные SOAP'ы создаются с помощью кода. Это оказалось в разы проще, чем REST. Я даже не знаю, честно говоря, как вас убедить, но изучить надо и то, и другое. Все серьезные приложения интегрируются с помощью SOAP'а, но и REST знать необходимо. Интеграция между сервером и фронтендом практически всегда происходит через REST. Короче, приходите на тренинг. Я вам расскажу, научу, покажу, как делать REST и SOAP приложение. Тренинг пройдет 4-5 марта в Днепре. Пока!